Здравствуйте, дорогие любители рукоделия! Вы на канале Нитка Ниточка, с вами я, Оксана Перуцкая. Сегодня я представляю вам один из последних моих свитеров, точнее свежих. Я надеюсь, что это не последняя моя работа. И, конечно, буду продолжать свое творчество. Я решила, что погода за окном все еще прохладная, и поэтому, наверное, не стоит завершенную вещь оставлять до осени. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я вязала этот свитер долго и упорно, как я его распускала. Мы потом подробнее рассмотрим его на моем рабочем столе. А сейчас вы видите, как он сидит на мне, на моей фигуре. История этого свитера довольно интересная, потому что он был связан полностью и также точно полностью превращен снова в клубочки. Я его распустила, потому что он оказался мне велик. Все дело в том, что, скорее всего, я взяла спицы слишком толстые. В принципе, выбор спиц был основан на том, что все-таки я взяла кидмахер в три сложения. То есть вязала сразу из трех моточков, и я думала, что спицы четверочка будут здесь самыми подходящими. Тем более, что выкройка этого свитера уже мной испробована, и я внизу оставлю ссылочку в описании на мой бирюзовый свитерок, потому что они вязались по одному и тому же журналу одной и той же модели. Бирюзовый свитерок был связан в две нити из кидмахера, а сюда я добавила третью ниточку. Мне очень хотелось, чтобы он был такой пушистый и еще более теплый, чем тот, потому что тот хорошо себя проявил в носке, в стирке. И, в общем, я доверяю этим ниткам. Распустить его пришлось еще и потому, что, конечно, он на мне висел немножко мешковато и никак не походил на свитер оверсайз. Было понятно, что он просто мне велик. Поэтому я взяла спицы потоньше, к тому же связала предыдущий размер. Если тот был, например, 38-40, то я связала 36, например. И, как вы видите, все идеально сложилось. Рукава от этого свитера уже были героями одного из моих давних роликов, прошлогодних, потому что свитер этот лежал и ждал своего часа с прошлой зимы. Теперь он готов, и я могу смело говорить о результатах своей работы. Почему я сначала сняла видео о рукавах? Ответ на это очень простой. Когда я стала перевязывать первую версию свитера, то я заметила, что нитки совершенно не изменились. И мы с вами знаем, как может плохо вести себя махер, если мы его распускаем, он начинает сбиваться в комочки. И у меня был такой сиреневый свитер, с которым произошло именно это. Правда, то был не кидмахер. Поэтому, как только я увидела, что нитки кидмахера можно легко распускать и перевязывать, при этом вы даже не должны будете ничего гладить, подвергать какой-то обработке, я немедленно решила поделиться со своими зрителями. Но реакция была очень неоднозначной. Некоторые реагировали очень даже агрессивно в комментариях. Где здесь способ? Вы обещали способ. И где же здесь способ распускать кидмахер? То есть люди очень невнимательно смотрели мой ролик, в названии которого и на заставке, на фото которого написано, что я в том-то и дело, что ничего не делала, я его просто распустила, и нить распрямилась сама. И это действительно так. Это не реклама, поверьте мне. Этот свитер, когда я его уже связала, примерила и поняла, что все получилось как мне нужно, я стирала своим обычным способом. Ссылку на ролик о стирке, конечно, вы тоже можете найти внизу в описании. Он высох просто, будучи перекинутым через махровое полотенце и, конечно, на свежем воздухе.
Теперь давайте посмотрим его вблизи. Может быть, я вспомню несколько интересных деталей. И, пожалуйста, я приглашаю вас к своему рабочему столу. Должна вам честно признаться, что если вы не терпите никакого даже минимального покалывания ниток, то, скорее всего, вязать в 3 нити из скидмахера будет не очень хорошей идеей для вас. Я нормально отношусь к тому, когда свитер шерстяной или махеровый чуточку покалывает. Меня это не раздражает. В одном из своих роликов я уже упоминала о том, что такой эффект используется как согревающий, например, в тех случаях, когда младенцев одевают в чисто шерстяные вещи вязаные, чтобы они при этом не как бы залеживались, а вот от этого покалывания начинали шевелиться. Он колется не сильно, а может быть, я уже привыкла. В общем, прежде чем покупать такие нитки, подумайте, потому что когда мы держим в руках купленный моток или до того, как мы его еще купили, ощущения одни. Но кожа у нас на руках, на теле, она гораздо более нежная, чем то, что мы с вами уже имеем на ладошках, особенно если они у нас такие натруженные и прошли многое в своей жизни. В конце концов, если приглядеться, то вот эти вот слегка колющие кусочки, они очень четко выделяются на фоне всей остальной нашей связанной вещи, и их можно просто сесть на солнышке, я не знаю, на балконе в свободный день, включив мои аудиокниги, просто взять и пинцетиком вот так вот повынимать. В общем, для меня это не является никаким минусом, и я уже несколько раз надевала этот свитер и чувствовала себя в нем замечательно. Если вглядеться в горловину, то можно заметить, что она связана целиком, то есть я не закрывала здесь петельки, а откладывала их на дополнительные спицы, булавочки, и потом при вывязывании горловины я их снова набрала. Этот ворот немножко другой, чем в бирюзовом свитере. Там я просто вязала лицевой гладью и в два раза выше, и он просто естественным образом закрутился наверху. Здесь я решила повторить узор своих манжетов, и в бирюзовом свитере тоже манжеты довольно высокие. Мне очень нравится, когда манжеты бывают и до 15 сантиметров. Это очень красиво, на мой взгляд. Вы можете, приглядевшись, увидеть, что петельки очень ровненькие. Я ничего особого не делала для достижения такого результата. Вы видите, как идеально входит рукав в пройму. Да, на фигуре это все, конечно, натягивается. И опять же, я вязала строго по инструкции, по той же высоте. Когда у меня уже перед и спинка были готовы, я постепенно прикладывала рукав, потому что очень важно, чтобы он не оказался выше или вот это расстояние не было слишком большим. Иногда бывает, что вы вяжете все идеально по инструкции, но потом ваш рукав вдруг почему-то не помещается в пройму. Я уже говорила в других своих роликах о том, что вот когда я работала в ателье, когда мне было 17-18 лет после школы, я была приемщицей заказов и ходила в цех, конечно, выносила вещи на примерку. И от мастериц тогда я узнала, что и, в общем, в шитых вещах закрепление рукава в пройму – это, в общем-то, такое, я бы сказала, искусство, которое не каждая мастерица умеет делать правильно. В вязании мы имеем чуть больше свободы, потому что все-таки трикотажное полотно чуть лучше тянется, но все-таки первоначально, конечно, важнейшую роль играет то, как точно вы свяжете пройму и рукав. Выкройку я брала из журнала номер 8 Сабрина за 2008 год. И, конечно, если вы увидите эту модель на девушке, то вы этот свитер не узнаете.
Вот это модель 25-26. И я уже как-то рассказывала, что верхнюю часть тоже вязала и даже показывала ее на себе. Она у меня была цвета слоновой кости, но рукав был длинным. Как вы видите, здесь тоже манжет очень высокий. Именно эта модель авторов журнала и напомнила мне, что все-таки это очень красивый вариант манжета. Видите, у меня страница этого журнала такая уже исписанная, рабочая. Идет по журналу здесь очень много метража, 1920 метров, но здесь это все вместе с жакетом, конечно. Девушка в магазине, где я покупала этот кидмахер, конечно, дала мне совет по поводу того, как ей кажется, сколько нужно покупать пряжи на этот свитер, если вязать в три сложения кидмахером. Но она очень сильно ошиблась, и я могла на пару мотков взять меньше. Поэтому из тех 9, которые я купила, я думаю, вполне могла бы обойтись числом 7. Но опять же, я не расстраиваюсь, нисколько не горюю, потому что такой красивый цвет редко где можно найти. И, конечно, я уже нашла применение, как добавить к другой ниточке, частично шерстяной, и как совместить это в новом своем проектике небольшом. Ну что ж, на этом я, пожалуй, сегодня закончу. Надеюсь, мой рассказ вам понравился. И если вы сомневались, вязать или не вязать из этих ниток, то, возможно, после этого видео примите окончательное решение. С вами была Оксана Перуцкая. Подпишитесь на мой канал, если вы впервые смотрите мой ролик. Зайдите, пожалуйста, на главную страницу канала и посмотрите, сколько интересных вкладок там есть. Там и вкладка «Видео», где вы можете просмотреть все, что есть на моем канале. Это и вкладка «Плейлисты», где мои ролики разбиты по темам. Это, конечно, вкладка «Сообщество», где я время от времени выкладываю фотографии, которые немножко комментирую и, конечно, жду отзывов и комментариев от вас, моих зрителей. Если вы хотите видеть больше, чем в этой вкладке «Сообщество», пожалуйста, заходите на мой Инстаграм и ищите меня в социальных сетях, ссылки на которые находятся тоже на главной странице моего канала. Я прощаюсь с вами на сегодня. Спасибо, что провели это время со мной. И с нетерпением буду ждать следующей встречи с вами. Я желаю вам всего наилучшего. До встречи. Пока.